я не волнуюсь, но есть, конечно, какое-то чувство волнения. В принципе, эта сцена — это моя работа, это моя жизнь, это мой дом, куда я выхожу в нормальном состоянии, выхожу и так далее. И единственное, что я хочу выразить благодарность, что меня выделили из азербайджанских артистов, и хочу выразить свою благодарность Эмину, его команде, огромное спасибо.